скамейки неудачные, очень низко построены. А самое главное, что они просто грязные. Их никто не вытирает, никто их не... Хотя бы, ну, раз после того, как уже сделали, 3-4 месяца, как их сделали, мы ждали же так долго, никто ни разу к ним не подошел. Звонил в это, в администрацию, результат нулевой. Лавочка грязная, стекла грязные, в остановке грязно. Хочется, чтобы было почище.